Лангепас присоединился ко всероссийской акции «Георгиевская ленточка». В молодежном центре «Фортуна» волонтеры Победы встретились со свидетелями войны. Ветераны рассказали им свои истории детства, которые безоблачным не назовешь. Каждый юный участник встречи получил в подарок георгиевскую ленточку. Приближается 9 мая, день Великой Победы. Главным атрибутом этого дня является георгиевская ленточка. Хочу попросить вас проявить уважение к этому символу Победы и носить ее правильно. В преддверии великого праздника Дня Победы стартовала всероссийская акция памяти «Георгиевская ленточка». Целью данной акции является стремление во что бы то ни стало не дать забыть новому и следующим поколениям, какой ценой наш русский народ одержал победу в самой страшной войне прошлого века. Ведь георгиевская ленточка – это не просто ленточка, это символ победы, мужества, чести, стойкости. Поэтому об этом необходимо знать и чтить память погибших, благодаря которым мы сейчас с вами живем в мирное небо.